Так, буль-буль-буль, плывем. О, змей, змей, подводный змей, змея. Змей, которого не существует. Вот он. Отлично, ребята, это был змей. Это был змей, который... А перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем приветики, дорогие друзья! Вы на канале Вечное Детство. С вами, как всегда, Юра, и мы будем продолжать играть в игру Tasty Blue. Ну что ж, ребят, в прошлый раз мы с вами открыли бонус-уровень. Игру мы с вами уже полностью прошли, все уровни, да? И до бонус-уровня, смотрите, куда мы вот дошли с вами, на бонус-уровне. Уже почти половину бонус-уровня мы с вами прошли. Ну что ж, давайте, в принципе, продолжать играть в эту замечательную игруху. Ой-ой-ой, ребята, посмотрите, здесь, короче, плывут вот такие, короче, рыбы. Рыбы-жуки какие-то. Посмотрите, какие у них эти. Они слепые, они без глаз. Ребят, посмотрите, эти рыбы без глаз, но они, ребята, рыба-панцирь какая-то, которая, наверное, хочет нас съесть, да. Ну, мы будем... О, мы малюсеньких панцирей можем кушать. Ай. А, я еще меньше стал. Все, теперь не могу. Ага, вон, мне тяжело туда залезть. А как же мне тогда съесть... Как же мне залезть тогда туда? О, вот он. Один есть. Второй есть. Все, мы немножко выросли уже. Ауч. Да как-то не попадать на них, ребят. Я не могу. Так, подождите. Дайте мне нормально здесь освоиться. Получается, я больше попадаю на клюв, чем съедаю. И я становлюсь все меньше и меньше. Надо аккуратно просто есть. Так, а куда же мне сейчас? Подождите. О, вот малыш. Ребят, давайте съедим. Отлично. Вот он. Да, ура, ура, ура. Ой, вот еще один. Круто. Так, эти меня... Ой-ой-ой-ой, я так и знал, что сейчас на кого-то попадусь. Ауч, 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 меня сейчас я опять становлюсь маленьким. Но это очень тяжелый уровень, ребята. Я не знаю, кто из вас его, кто из вас, ребятки, проходил этот уровень. Пишем в комментариях, потому что уровень очень довольно-таки тяжелый. И здесь нужно очень умело играть. И очень нужно долго откармливать себя, потому что мы очень маленькие. А маленьких рыбок для, здесь для еды очень мало. И поэтому здесь целую вечность можно провести в поисках нормальные рыбы. Так что мы с вами возьмем, наверное, и просто выберем другой уровень. Вот и все же. Это все, что мы с вами можем сделать на данный момент. Так, у нас есть рыба. Вау! Ребят, и мы едим катера. Посмотрите, круто. Все, все катера наши. Всех катеров съем. Ура! О, вертолеты уже можем хавать. Вау! Да-да-да-да. Вау! Вау, да-да-да-да-да, отлично, отлично. Ох, иди сюда. О, а ты кто? Ребята, посмотрите, змей, змей! Ребята, это змей! Я застрял, что ли? Как так-то? Ой-ой-ой. Все, я отсюда не выберусь никак. Так, ну давайте, чуть-чуть мы неправильно сделали. Ребята, вы видели, это был змей. Это был змей. Ребята, вот, вот он. Но мы еще пока не можем его съесть. Зато вертолеты уже хавать можем свободно. Буль-буль-буль, плывем. О, змей, змей, подводный змей, змея. Змей, которого не существует. Вот он. Отлично, ребята, это был змей.
Это был змей, которого в новостях показывали, но никто не верил, что он существует. Мы его нашли и съели. Все, ребятки, отлично, отлично, прошли. Так, едем дальше, продвигаемся дальше. Кто у нас здесь? Дельфинчик. Так, буль-буль-буль-буль-буль. Вау, вау, круто, круто, круто. Вау, так, я так понял, нам нужно скакать. Ох, отлично. Ой, мы поджарились. Так я так и не понял. А, мне нужно ловить кокосы, все. Вон они падают. Мне нужно их ловить. Все. Ой, мимо. Опять мимо. Ай-яй-яй, поджарились. Да как мне... Надо с интервалом прыгать. Вот сейчас. Он упал. Прыгаем. Ай, мимо. Упал. Прыгаем. Нет, поздно. Сейчас. О. Ай, чуть-чуть. Ай. Да что ж такое, а? Не могу никак попасть. Так как эти кокосы ловить? Да что ж такое, а? Ребятки, очень сложно ловить эти кокосы. Просто умопомрачительно как-то. Очень сложно. Я не знаю, кто это придумал. Такие сложные уровни. Всю игру мы вроде прошли без каких-то либо таких особых испытаний. Да, ну было всякое. Попадалось всякое. Но чтобы такое, это просто. Как не можем словить? Да что ж такое? Надо, наверное, вот так вот по поверхности плавать. Нет. И мы в костер опять. Вау. Дайте мне хоть кусочек один. Дело в том, что я и высоко как-то и прыгать разучился, что ли. Ребят, не могу поймать кокосы. Ох, один съели, наконец-то. О, второй съели, супер. О, четвертый, круто. Все. Ой. Ай, опять меня поджарили. Опять меня поджарили, меня маленького такого дельфинчика, который хочет просто-напросто здесь... покушать кокосов, а мне просто-напросто не дают их поесть. Да что ж ты будешь делать, а? Ой-ой-ой-ой, опять меня поджарили. Короче, ребят, надоело мне на этом уровне играть. Выбираю следующий уровень, потому что не хочу. Так, что здесь? А, это этот уровень у нас и есть, да? Тот же самый. Да. Давайте. Давайте вот этот возьмем. Посмотрим, что... Ой, нас сразу съели, ребята. Как так? Я так понял, надо здесь убегать. От злой акулы. Вон она. Надо есть вот эти, короче, металлические... Ну, пока что нам нужно есть вот эти металлические штуки, чтобы нас не съели. Ой. А что она? Это рыбёха и меня съела, и все съела. Как-то непонятно все. Так. Мне же надо чем-то питаться. Надо, наверное, успеть все съесть до акулы. Я так понял. За время. Да что ж такое, а? Как же нам здесь выжить?
Вот это уже намного лучше. О. Ох, все равно она нас съела. Ладно, ребятки, ну ничего. Так, ну что ж, давайте пройдем дальше. Ну что у нас здесь еще? А здесь у нас тюлени плавают какие-то. Так, а мы будем жрать водоросли. Какие водоросли вкусные. Ням-ням-ням-ням-ням. И все, что ли? А, я так понял, мне надо успеть. Успеть съесть этого чувака. Надо успеть съесть водоросли, съесть, пока он не съел, чтобы его съесть. Вот и все. А нет, и здесь мы не успели, ребят. Надо заново взять. Посмотрите. О, все, мы выросли. Отлично, съели его и прошли этот уровень. Это просто замечательно, дорогие друзья. Просто отлично. Так, отличненько. Что у нас дальше здесь? А здесь, я так понял, тоже такая же ситуация, только их нужно было двое, видите? Давайте возьмем заново и посмотрим. А, нет, я тоже начал есть, не успеем. Нет, опять не успели. И опять не успели. Надо ему, чтобы он вообще даже не притронулся. Да как? Это невозможно просто, ребят. А ну-ка, плыви быстрее туда. Ну, конечно, невозможно. Это какая-то просто выдумка. Ну ничего, мы с вами возьмем другой уровень. Так, погнали. Как-то особо не сильно меня впечатляют эти бонусные уровни, если честно. Потому что раньше, когда мы играли против огромных машин, было намного интереснее. Но, тем не менее, все равно игра очень крутая, ребят. И она заслуживает уважения. Так что я считаю, что нужно в нее играть. Вау, ребята, мы спады. Вау, аккуратно, касатка. Посмотрите, какая высота. Вот это да, посмотрите. Так, рыба с неба падает прямо нам в ротик. Давай, давай, бери, бери. Все, съели. Отличненько, отличненько. Так, теперь что? Теперь что? Куда нам? Куда? О, съели, съели касатку. Касатки какие вкусные. Ням-ням-ням. Вау, касатка большая летит. Ребята, огромная касатка просто летит. Так, дайте мне съесть хоть что-то, пока мы не упали в воду, потому что рано или поздно мы упадем в воду, ребята. Это мы с самолета выпрыгнули. Но я уверен, что рано или поздно мы сейчас упадем в воду, и мы там будем плавать в нашей водичке. Так что давайте, давайте, давайте. Поскорее бы уже. Как мне надоело падать, ребята. Так, это все, конечно же, хорошо. Это просто все отлично. Ну вот уже я и падаю, ребят. Посмотрите. Вау! Все, мы теперь можем вот этих беленьких хавать. Ой, а с этими, с касатками, что я думал, они погибли при падении. Но это точно погибло. А нет, она меня укусила. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, ну что ж, ребят, особо у нас не вышло. Но ничего, ребят. Обязательно мы в следующих сериях, я уверен, что будем проходить все это. И на нормальных этапах мы с вами поиграем. Вау, ребята, посмотрите, какая скорость, какая высота, с какой мы высоты, собственно, с вами падаем. Так, касаточки, идите сюда, моя селедочка любимая. Где же вы? Где же вы? Так, вот они. Ой-ой-ой, там большая касатка хотела меня укусить, ребят, вы видели? Так, отлично, отлично.
Просто отлично, просто супер, просто замечательно. То, надо было скушать его. Надо было его скушать обязательно. Так, съели. Съели. Пропустили, пропустили. О, съели. О, уже моржа можем кушать. Или морского котика. Классно, ребят, посмотрите, какие мы огромные. Мы падаем с очень огромной высоты. Ой, на касатку нарвались. Ой, вторая. О, морской котик. Иди сюда, мы тебя в воздухе съедим. Ха-ха-ха-ха-ха. Так, все отличненько. Игра играется, все. Но я чувствую, мы скоро будем падать на землю, ребята. Уже вот-вот. О, касаток, даже можем хавать. Ребята. Ого, круто. Да, ребятки, отличненько. Мы с вами сделали это и прошли с вами этот бонусный уровень. Так, ну что ж. Акуленок маленький плавает в зоопарке. Что мы видим? Акуленок маленький плавает в зоопарке. И нам дают рыбку. А череп? А, мне надо вместе с черепом, что ли, прыгнуть? Или я не понял, что мне здесь нужно сделать? Наверное, да. За что акула получает еду? Рыбку. Наверное, что-то надо делать с этим черепом. Да нет. А что же мне надо сделать, ребят? Наверное, убрать отсюда надо этот череп, да? Или что? Ребят, это настоящий людской череп. Как его отсюда убрать-то, а? Подскажите мне, добрые люди, пожалуйста. Как этот череп убрать, ребята? Короче, в общем, я так и не знаю, что здесь надо делать. За что я получаю рыбу? Короче, в общем, пока непонятно. Так, давайте возьмем другой бонусный уровень. И посмотрим, что у нас ждет здесь. Вау, ребята, мы акуленком спускаемся с горы, с огромной горы. Ох, мы селедочку хаваем. Посмотрите, ням-ням-ням-ням-ням. Селедочка моя любимая. О, пингвины. Пингвинов обгоняем мы на финише. Мы играем в гонки, ребят. Джун-джун-джун-джун-джун. Давай, пошел, 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 пошел. Отлично, посмотрите, какие мы огромные. Мы скоро, думаю, будем есть и пингвинчиков здесь. Посмотрите, насколько мы большая рыба. Просто огромнейшая. Круто, да, не правда ли? Ого, ребят, посмотрите, мы всех подряд уже хаваем. Тупо всех подряд хаваем. Кроме тюленей еще. Вау, подождите, подождите, подождите. Давай, давай, там на дельфина похоже. Какие-то такие чувачки. Иди сюда, я тебя съем. Отлично, отлично, отлично. Просто отлично. Ого, ого, ребят, посмотрите. Все больше и больше, ребят, какие мы огромные. А, тут кит ползет, а мы его обгоняем. Да, идите сюда, всех морских котиков съел. Отлично. Съели, все супер. Ого, ребят, посмотрите, уже больших даже могу кушать. Посмотрите, какие мы огромные. Мы уже даже больших китов. На вас мы уже 56 метров. 60 метров, ого. Вот это мы такие огромные, ребят. Вы представляете? Ого, ребят, посмотрите, мы можем наверх ехать. Прикольно? Прикольно. И вниз тоже можем ехать, круто.
Я надеюсь, уже скоро будет море. Уже облака проходят. Где-то здесь уже будет и море. Вау, да, ребята. А вот и море. И отличненько, мы прошли с вами этот уровень. И что ж, ребят, у нас остается последний уровень. Последний уровень. И мы на последнем уровне пытаемся с вами выиграть, победить, конечно. Потому что не хотим проиграть, а хотим, как всегда, выиграть. Потому что сколько раз можно проигрывать? Так, нам нужно съесть как можно больше ворон этих. А дальше посмотрим. Так. Три штуки съели за раз. Отлично. Просто отлично. И потихонечку растем. О, уже ящики можем хавать. И пингвинов. Иди сюда. Все, ребят, мы всех можем хавать. Вау, отлично, в море. Отлично, ребятки, мы прошли с вами все бонус уровни. Дорогие друзья, мы прошли с вами полностью игру, а также все бонус уровни. Это просто отлично и просто замечательно. Так, ну что ж, я хочу сказать, дорогие друзья, что этот эпизод подходит к концу. Вы были, как всегда, на канале Вечное Детство. С вами был, как всегда, Юра. Ставим пальчики вверх, не забываем оставлять комментарии и, конечно же, подписываемся на мой канал. Ну что ж, дорогие друзья, в следующих эпизодах мы поиграем в какие-то другие игры. Если вы хотите, чтобы я поиграл в какую-то конкретную игру, напишите в комментариях, какую, и я обязательно в нее поиграю. До встречи, дорогие друзья, в следующих выпусках. Пока-пока.